Поздравляю вас с 77-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. У площади Советов тысячи зрителей. Торжественным маршем проходит юнармия, кадеты, курсанты БЮИ, офицеры космических войск, спасатели и другие участники парада. Особая часть программы – показ военной техники, которая до сих пор на ходу. Праздником Великой Победы ветеранов и жителей Алтайского края поздравил и губернатор Виктор Томенко. Более 600 тысяч уроженцев Алтайского края прошли годину войны. 250 тысяч из них не вернулись с поля боя. Отец мой погиб под Харьковом в 42-м году. Был призван, погиб. Каждый год хожу на трибуны, дань уважения, так сказать. В этом году страна отмечает 77-ю годовщину Победы. К сожалению, с каждым годом участников боевых действий становится все меньше. Но все еще живы их дети и те, кто ковал Победу в тылу. Напомним, в прошлом году Барнаулу присвоили статус «Город трудовой доблести». В годы войны каждый второй винтовочный патрон для фронта изготавливали именно в Барнауле. Каждый пятый двигатель Т-34 на заводе «Трансмаш». 1,5 миллиона бойцов были обуты в алтайские валенки. И более 100 тысяч раненых солдат лечились на Алтае. Эти люди, как никто, знают, что такое война. Задача людей во всем мире – извлекать из истории уроки. Надо радоваться всему. Надо смотреть не с черной точкой, не только лужи, а вот на небо надо взглянуть и радостно жить. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.